Вітаю в ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. Одеса насправді стає столицею боксу в Україні. Величезна кількість турнірів та змагань, відкриття нових клубів та чемпіонат України серед дорослих, який пройде вже цієї осені. Найближчими вихідними у спорткомплексі Одеської академії відбудуться традиційні змагання, турнір пам'яті легенди одеського спорту Бориса Літвака. І сьогодні в нашій студії віце-президент Одеської обласної федерації боксу Валентин Федоров. Вітаємо. Також віце-президент обласної федерації боксу Андрій Кісловський. Вітаємо. А також представник президента Одеської обласної федерації боксу, майстер спорту з боксу Андрій Гордієнко. Олександр Гордієнко, вітаємо. Дякую дуже за те, що прийшли до нашої студії. Валентин, вам перше питання. Вже традиційно відбуваються змагання на честь справді легенди одеського спорту Бориса Давидовича Літвака. І приємно, що кожен рік ці змагання збирають величезну кількість юніорів, спортсменів зі всієї країни. Розкажіть про взагалі цю традицію та якими будуть змагання цього року. Знаете, уже такая действительно не просто традиция, а такое хорошее взаимодействие Федерации бокса Одесской области, Национального университета, Одесская юридическая академия породила целую плеяду турниров. Это и турнир памяти Семена Трестина, и Романа Песина, и Бориса Литвака, те, которые традиционно проходят именно на базе Национального университета, Одесской юридической академии, Международного гуманитарного университета. И очень знаково, что турнир Бориса Литвака проходит именно у нас. Почему? Потому что президент университета Сергей Васильевич Кивалов и Борис Литвак, они были друзьями и вместе открывали спорткомплекс на 8-й станции Большого Фонтана, где проходил в прошлом году этот турнир. В этом году турнир будет проходить здесь, на Фонтанской дороге 23. И тоже это знаково. Почему? Потому что очень большое количество наших студентов принимает участие в этом турнире. И вот буквально сегодня команда Федерации бокса Одесской области поедет с инспекцией смотреть, как проходит подготовку сборной Одесской области, также к этому турниру, сборной юниоров. И именно Одесса стала центром развития бокса, ну, за последние, наверное, 2-3 года точно она выстрелила, и огромное количество наших соотечественников представляют наш город, нашу область в национальной сборной. И, вы знаете, отбираются на Олимпийские игры. Один уже отобрался. Еще, дай бог, наш еще один чемпион тоже завоюет лицензию. И такие, проведение таких турниров, она говорит о том, что бокс в Одессе жив, будет жить и будет только развиваться. Почему? Потому что какое-то, конечно, количество турниров, ну, коллеги скажут, были отменены из-за, вы знаете, пандемии коронавируса. Но, тем не менее, Федерация бокса Одесской области делает все для того, чтобы бокс был, продолжался, чтобы наши спортсмены не застаивались. Почему? Потому что мы понимаем, что такое профессиональный спортсмен. Да? Если он не проходит определенный этап подготовки, если он не проходит определенное количество турниров, он застаивается, он теряет физическую форму, и потом очень сложно ее нагнать, очень сложно ее восстановить. И, конечно, если мы не будем этим заниматься, мы не будем заботиться о наших спортсменах, то и результатов не будет. Одразу после відновлення змагань, відновлення спортивних подій після карантину, кожні вихідні величезна кількість цікавих подій відбувається зі світу боксу в Одесі, і це дало свої результати. Вже цієї осені в Одесі очікується чемпіонат України серед дорослих. Це дуже почесно. Олександр, розкажіть, що це взагалі означає для нашої області, для нашої обласної федерації боксу? Для областной федерации бокса это большой толчок, это показатель всей работы нашей команды, потому что сделано сегодня уже много, и, конечно же, оценили по достоинству наши коллеги с Федерации бокса Украины во главе с президентом Продиусом Владимиром. И буквально на прошлой неделе, 9 июля, мы с президентом Федерации бокса Одесской области Халидом Абдулвахитовичем были в Киеве в офисе президента Федерации бокса Украины, где подписали меморандум о проведении чемпионата Украины именно в Одессе. Действительно, для всех одесситов это большое знаковое событие, и мы подойдем со всей ответственностью к подготовке этого спортивного мероприятия. Які команди очікуються, який буде відбір, враховуючи, що вже проходив восени відбір до Олімпійських ігор, але через пандемію його перенесли, ці Олімпійські ігри в Токіо, на 21-й рік. Там наш одеський спортсмен Цотнер Огава вже приймав участь, вже виграв один з боїв. І який буде відбір саме осені на чемпіонаті України, який буде в Одесі?
Но мы знаем, что на Олимпиаду проводятся два турнира лицензионных. Первый турнир лицензионный в Лондоне, который был приостановлен из-за пандемии, где член нашей сборной, капитан команды Николай Буценко, завоевал лицензию. И Цотина Рогава, выиграв первый бой, должен был боксировать следующий поединок за лицензию. Но, к сожалению, соревнования были приостановлены, и все разъехались домой, пока были открыты границы. И самое главное, что интересно, именно чемпионат Украины, который будет проходить в Одессе, сформирует состав сборной Украины, которая поедет после окончания этого турнира, который приостановился в Лондоне, поедет на второй лицензионный турнир. И мы с уверенностью утверждаем, что наши спортсмены войдут в состав национальной сборной, где в дальнейшем будут сражаться за лицензию. Дуже дякую. И, Андрій, вам питання про взагалі популяризацію боксу в Одеській області та Одесі. Особисто саме після карантину якось вся увага приділяється нашому місту, тому що кожні вихідні відкриваються нові клуби, відкриваються нові умови, є можливість для досвідчених тренерів працювати не лише з дітьми, а й з тими, хто вже претендує на місця в збірній Україні. Як вдається підтримувати та створювати ці умови в Одесі? Ну, звісно, це все відбувається на рівні якісного розвитку боксу в Одеській області під руководством президента Федерации Одесской области. И сегодня не только качественный и количественный состав руководства Федерации, но у нас появилось два новых вице-президента, два новых члена Федерации. Мы очень рады, что люди с определенным желанием, возможностями и каким-то социальным статусом начали участвовать в руководстве Федерации. И сегодня активное участие мы видим налицо. Мы можем сказать, что пандемия нам, наоборот, нас стимулировала. Вы знаете, как пружину мы выстрелили в этом году. И с начала этого года было проведено более 30 турниров. Такого не было никогда. Мы сейчас проводим вот уже третью открытую тренировку. Сегодня она будет третья, насколько я понимаю, мои коллеги говорили мне, что это будет на базе юридической академии, там на 8-й станции Фонтана. И в одной из открытых тренировок я принял участие. Очень интересно, на песке было, на берегу моря. Этого не было никогда. Одесса стала не только столицей туризма и отдыха в Украине, а также стала и спортивной столицей на время вот такого курортного, открытого, теплого летнего сезона. Одесса стала столицей спорта, столицей бокса, я бы так сказал, не без участия руководства федерации, а наоборот с ее активной позицией. Мы сегодня, я же говорю, как центр масс привлекаем все больше и больше новых спортсменов, желающих заняться боксом. Это, я считаю, самый мужской вид спорта, олимпийский. К сожалению, я хочу сказать, что не проводится в этом году турнир именно имени Трестина, который у нас сегодня самый знаковый. На этот турнир съезжаются все спортсмены мирового уровня. Это турнир класса 1, на котором победитель получает звание мастера спорта международного класса. В этом году его, к сожалению, пришлось отменить из-за пандемии, потому что, ну, кто к нам приедет, если закрыты границы. Мы его перенесем на следующий год. А сейчас мы набьем руку потренируемся здесь вот на местном уровне, проведя другие турниры. И хочу сказать, что сегодня, повторюсь, что сегодня открытие идет массовое открытие спортивных клубов. Таких вот ответвлений. Каждый клуб – это новое достижение, потому что вокруг него создается определенная такая инфраструктура боксеров, детей, которые хотят заниматься спортом, которые растут, из которых вырастут новые олимпийские чемпионы, дай бог. Хочу ответить еще на вопрос, что сегодня та тенденция, тот старт, который мы взяли с федерацией, она имеет определенную спираль. Вот эта спираль все больше и больше, мы идем по нарастающей. И именно летний открытый сезон мы хотим сделать максимально провести открытие турниров, разных тренировок открытых и собрать как можно больше заинтересованных лиц
и привлечь к участию в занятиях боксом. Хочу погодитись, тому що, мабуть, проводити Кубок Трестіна без участі спортсменів з інших країн, які вже кожен рік приїжджають, це було б, мабуть, трішки не дуже чемно. Ми, як Олімпіаду, його перенесемо. Так, потрібно, щоб усі бажаючі мали можливість приїхати до України та взяти участь. Якщо є определені планки, його не можна вже понижати. Да. І продовжуючи тему, ми вже неодноразово казали про відкриття багатої кількості боксерських нових клубів саме в Одесі. Я знаю, що на базі юридичної академії також готується відкриття клубу. Ну, знаєте, за останнє время от ми всі місті були на відкритті клубу «Левша». Это на Таирова, да, это прекрасный клуб с замечательными тренерами, как Азер Мустафаев, это, да, легенда уже одесского бокса. Это обновленный клуб «Грига Джим». Это буквально там в течение месяца уже ударными темпами идет окончание клуба «Академия бокса» на базе Национального университета Одесской юридической академии. И мы обсуждали это на федерации, вот вся команда федерации пришла к такому выводу, что, наверное, это нужно осветить. И вот мы с вами непосредственно обсуждали запуск такого проекта параллельно с каналом «Репортер Федерации бокса Одесской области», как раз об истории клубов, об истории школ одесского бокса, потому что их огромное количество, огромное ответвление, и мы должны об этом говорить, должны об этом заявлять. Сегодня такой, ну, наверное, пиком работы всей команды федерации как раз является то, что Халит Мусаев, Александр Градиенко, они подписали, наверное, самый престижный на сегодня турнир, ну, престижней нету, это как раз чемпионат Украины по взрослым, но это, наверное, сумасшедшее достижение. Но также я хочу обратить внимание, что помимо развития любительского бокса, Одесса начинает становиться центром и профессионального бокса. Буквально там, 3 недели назад также в Национальном университете Одесской юридической академии впервые в истории нашего города прошел вечер профессионального бокса. Top Boxing Generation. Да, уже как бы заявила о том, что им, ну, очень понравился, во-первых, понятно, что наш город, и очень понравилась организация турнира, и они готовы, во-первых, к проведению, ну, и это не просто был вечер профессионального бокса, там был рейтинговый бой за пояс чемпиона Украины. Поэтому сегодня они готовы проводить такие вечера бокса, готовы брать наших спортсменов, ребят, именно одесситов, которые будут идти параллельно, ну, по пути профессионалов и завоевывать пояса, но я думаю, что это тоже очень неплохой такой вектор развития, в том числе и нашего бокса. Кажучи про умови, неможливо не відзначити, що коли ринг знаходиться саме під відкритим, ну, під відкритим небом, але ще є можливість боксувати. І при вболівальницьких, ну, при участі глядачів, ну, як ці умови сприяють на такі, такі вирішення питань щодо чемпіонатів України саме в Одесі? Ну, поки у нас немає інших умов для того, щоб я провести відкритий чемпіонат, тому що сьогодні Сергій Васильович Ківалов, як руководитель, сьогодні почетний президент Національного університету Одеська юридична академія, да, от він завжди нас принимает у себя. Большое ему за это спасибо. Он не безучастен к любым чемпионатам, особенно чемпионатам по боксу. И, к сожалению, большому сожалению, у нас в городе только одна такая трибуна. Мы хотим, есть у нас большой проект вот с городским советом, в районе Отрады построить еще одну такую трибуну. Ну, пока суд додела там определенные моменты, потому что это комплексное решение только бокса, это будет, наверное, и там теннисные корты, какое-то поле для мини-футбола. Ну, это перспективное развитие. А сегодня имеем только одну трибуну такую, которая имеет теневую, ветровую нагрузку. С трибунами возможности провести, то есть мы на открытом воздухе, особенно летом, потому что помещение это как бы сложнее, это зимние всякие турниры. Поэтому активность у нас, самая большая активность именно летом и проходит. И слава богу, что, я не знаю, может быть это хорошо, может быть плохо, никто никуда не уехал отдыхать, и все начали заниматься спортом, да, особенно боксом. И повертаючи еще до темы від инфраструктуры до саме боксу, Олександре, вам питання як майстру спорту, з боксу, таке історичне, в той час, коли ви виступали ще, чи була така активність у федерації, зараз ви також у складі функціонерів, і як відштовхуючи від цього досвіду, зараз йде праця щодо долучення великої кількості та масовості і серед юніорів, серед дітей до цього спорту.
Я вам скажу, что за последние 25 лет, которые я нахожусь в боксе, было ряд президентов Федерации бокса, и мы, честно говоря, видим лишь только сегодня реально положительную динамику развития, популяризация именно этого вида спорта. Открытые тренировки, открытые залы, регулярно проводятся турниры, детвора это видит, люди это видят. И буквально, я вам скажу, за последнее время в разы, это действительно Федерация бокса Украины ведет статистику, увеличилось количество занимающихся именно боксом в нашем регионе, благодаря, конечно же, в первую очередь работе команды Федерации бокса Украины и, конечно же, ее президента Федерации бокса Одесской области. Я хочу еще подчеркнуть даже более, что сегодня турнир Бориса Давыдовича Литвака, который один из инициаторов этого турнира, это Куля, Георгий Куля, человек, который живет в Америке, далеко за рубежом, но тем не менее это воспитанник Бориса Давыдовича Литвака, который каждый год помогает, принимает участие в проведении этого турнира. Це, до речі, дуже така величезна праця, що велика кількість легенд боксу Одеської області проходять турніри їх пам'яті. Можливо, можна перерахувати навіть ці змагання, тому що це не тільки турніри Трестіна та Бориса Літвака. Є ще турніри. Турнір Каца. Турнір Каца, турнір Романа Песіна. Як в цьому році? Чи ми вже почули, що, на жаль, не буде можливості провести турнір Трестіна, але, можливо, ще буде якісь ще змагання, присвячені нашим легендам? Що очікується? Ну, зараз у нас, звісно, все в планах, там і Романа Песіна, турнір, але ми, в першу чергу, робимо зусилля зараз на серйозну підготовку в питанні чемпіонату України серед взрослих. Звісно, дай Бог, щоб пандемія ушла, і ми про неї забули, як в страшному сні, але ми не повинні забувати про те, що якщо вдруг щось пройде не так, то все это может, конечно же, к сожалению, отмениться. Ну, не будем про негатив. Сегодня две организации, знаете, которые проводят турниры, продолжают проводить турниры по единоборствам, это UFC и Федерация бокса Одесской области. Между прочим, но это не шутка, на самом деле, в принципе, так и есть. Пусть это звучит нескромно, но сегодня самая активная боксерская федерация в Украине, это именно наш. Наша. До речі, хотів також запитати про саме, знаємо, що в Одеській області також є традиції, справжні чемпіонські боксерів, які виступають на найвищому рівні серед професіоналів, є ті, хто вигравали Олімпійські ігри раніше, але після цих успіхів, на жаль, був якийсь період дещо такого, ну, простое. Так, зараз все починає повертатися, на що зараз робиться ставка, на які результати? Результати у збірних командах України, молодіжних, юніорських, дорослих, чи більше на масовість та залучення великої кількості дітей, які стануть майбутніми зірками? Смотрите, я вам скажу, у нас прописана програма по розвитку во всіх направленнях. Звісно ж, це популяризація, це масовість, тому що ми розуміємо, із тисячі боксерів, дай Бог, все одно сотня буде відобрана, із цієї сотні буде 10, і з них, як мінімум, 2-3 чемпіони буде. Ну і, відповідно, звісно, подведение спортсменов самого маленького юного возраста, начиная со школьников, юниоров и так далее. Мы следим за каждым ростом, каждого спортсмена мы знаем в лицо, отслеживаем. Возрастная группа дает результат. Но понимаем так, что люди, когда взрослеют, они находят, не все меньше находят время на мотивацию на проведение, на участие в спорте, потому что появляются другие жизненные проблемы, появляется взрослая жизнь, работа, семья и все остальное. Поэтому, опять-таки, хочу сказать, что массовость в спорте – это массовость, когда дети занимаются с юного возраста и потом постепенно растут. И очень важно организовывать турнир для самых маленьких, потому что они, есть мотивация. Вот я выиграл сегодня какую-то там медаль и буду расти, 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 и вырасту уже в какого-то чемпиона. То есть это мы мотивируем тем самым, развивая и поддерживая турниры с самого маленького возраста. И уже потом, конечно же, прекрасно, когда мы видим турнир среди уже взрослого поколения. И вот прекрасно, если мы проведем ее, турнир по Украине проведем в Одессе. Вот мои коллеги сказали, что это в скором времени случится. Поэтому welcome, ждем всех в Одессе и будем на высоте. Да. Верим, что все пройдет на наивысшем уровне. Два слова хочу буквально добавить. Вот
тоже коллеги сказали, мы проводили открытые тренировки, вот Андрей участвовал, я, ну, Александр, понятно, что там. Но вот насколько было интересно, что помимо боксеров туда приходили и кикбоксеры, и тайбоксеры, и сегодня, ну, Цот Нарагава, да, он пришел тоже с тайбокса. То есть, вы знаете, федерация становится таким центром, объединительным центром вообще единоборств, в принципе, в нашей области. И туда тянутся люди и понимают, что даже там те же тайбоксеры, кикбоксеры, они все равно должны получать базовую, ну, да, школу бокса. И вот эта, знаете, большая такая семья, она расширяется, как уже Андрей и Саша сказали. И вот эта массовость, конечно, ну, это лучший отсев. Отсев, и потом, ну, вырастает элита. Еще дополню, так, как Валентин сказал очень правильно. Буквально на этих выходных я был на сборах «Мангуста», спортивного клуба, и где поступило от Лерника Мусаяна предложение: давайте совместно с боксерами проведем учебно-тренировочный сбор, потому что нам тоже надо ставить руку. Это прекрасно. Ну, так, закінчуючи вже нашу бесіду, так можна згадати фразу письменника, це син першого боксера взагалі в Одесі, Бориса, Давіда Бакмана, Борис Аркадів, він казав, що бокс нас всіх, ну, бокс нас всіх помірит, ну, кажучи російською. Ось, дуже дякую за те, що прийшли до нашої студії. Сьогодні у нас в гостях віце-президент Одеської обласної федерації боксу Валентин Федоров. Дякую. А також віце-президент Одеської обласної федерації боксу Андрій Кісловський. Дякую. А також представник президента Одеської обласної федерації боксу Олександр Гордієнко. Дуже дякую. Спасибо. Мене звати Дмитро Богомолов. Залишайтесь з нами та живіть спортом.